Всем привет! Сегодня решила сделать долгожданное видео о своем орхидариуме. Давно очень хотела его сделать, но никак не могла сформулировать, как правильно его снять, чтобы пытаться рассказать обо всем, что я здесь делала для растений, чтобы это было коротко, быстро, понятно. Ну, я попытаюсь рассказать. Идея сделать орхидариум, или, так сказать, такую тепличку для орхидей возникала у меня давно. С начала появления первых блочников, которые приходило в моих условиях квартирных поливать практически каждый день, замачивать в тазу. И как бы чем больше становилось блоков, тем становилось сложнее и затратнее в качестве полива каждый день этим заниматься. И больше всего, конечно, я переживала всегда за свои маленькие башмаки, которым не очень нравились мои условия проживания. У меня в квартире достаточно сухо, влажность в квартире небольшая, им не нравилось вода, которой я их поливаю, им не нравилась влажность, в которой они жили, им не нравился субстрат, в котором я их растила, то есть, ну, и очень некоторые растения просто были у меня такие заморыши, которые готовились уйти на тот свет. Годами пытаясь выжить, они постепенно умирали и умирали. И вот поэтому я решила создать такой, как бы, маленький уголочек такого тропического леса, в котором, может быть, не так эстетично, но растениям было бы комфортно и хорошо. И первое, что я сделала, я стала выбирать аквариум, в котором бы могли бы эти растения все жить и сосуществовать. В идеале, конечно, это был бы аквариум, который, ну, не столько аквариум, как террариум, который был бы с передними открывающимися стеклянными дверцами. Но, к сожалению, в нашем городе таких террариумов нет. И обойдя все зоомагазины, я пришла к выводу, что вариантов, как покупка обычного аквариума, у меня нет. А сделать на заказ, у нас нет таких мастеров в нашем городе, которые могли бы это сделать. А заказывать в другом городе, в той же самой Москве, это очень дорого. И очень часто транспортные компании не гарантируют, что они довезут в целости и сохранности такого размера стеклянную конструкцию. Поэтому мы пришли к выводу, что просто купим обычный аквариум и будем как-то придумывать штучки, чтобы моим растениям было здесь очень комфортно и хорошо. Первым делом, что я заказала сюда вентиляторы, несколько штук на Алиэкспрессе, которые подвешены у меня вот здесь, вот сверху. Сначала было несколько установлено, но я поняла, что их много. Они очень сильно пересушивают воздух внутри, а мне нужна была влажная среда. Поэтому я остановилась на одном вот таком большом вентиляторе с USB-разъемом, который подключается к удлинителю. Потому что розеток не хватало, у меня здесь куча ламп. Вот, увлажнитель. И USB-разъем как раз сюда очень был бы актуален. Вот, поэтому здесь один вентилятор. Можно установить еще несколько маленьких, в принципе, если не один большой, но можно установить несколько маленьких. Ну, так как я заказала большой, одного мне хватает. Вот. На заднем фоне у меня, значит, садовая решетка, которая приклеена различными на липучках, различными штучками, там герметичным клеем. В принципе, здесь сложного ничего нет. На заднем фоне по бокам у меня, по-моему, называется вот эта блестяшка пароизоляция, которая остался огромный рулон у меня от утепления балкона, когда мы его утепляли для цветов. И он служит как отражателем и как таким, как бы, зеркальным отражателем, и дополнительный свет дает растениям. Вот. На низ я положила, значит, керамзит, слой где-то
5 сантиметров. Коврик дверной такой купила. Но так как дырочки большие, горшки, то есть будут неустойчиво стоять, да и влага близко к корням, мне пришлось брать вот такой контейнер для маленьких горшочков из кошачьих лотков. Ну и пока у меня горшки стоят здесь. В будущем я думаю, что, наверное, что-то другое придумаю, более интересное и более такое эстетичное. Потому что пока это все выглядит как вот, не знаю, парник. Но моя задача была сделать не столько красоту, а сколько, чтобы моим растениям было очень хорошо. Я один раз, проходя мимо в парке, нашла как-то кочку мха. Красивую такую. Принесла ее домой и посадила ее на кусок коры. И вот она за год вот такая выросла. Я постепенно стала вот эти кусочки мха раскладывать по горшкам. И у меня буквально за несколько месяцев начало разрастаться вот так все красивым мхом в горшочках. Такая красота. Кстати, здесь живет несколько видов мхов. Есть вот такой мох, более мелкий. И мхи я просто обожаю. Мне они очень нравятся. Помимо того, что они дают эстетичность растениям, они еще и дают дополнительную влагу. И они еще дополнительно фильтруют воду, которой я поливаю растения. Вот, то есть, и растения очень комфортно. То есть, они забирают лишнюю соль. Они как бы дезинфицируют почву. То есть, ну и вообще выглядит очень эстетично. Вот тут кусочек коры. И буквально месяц назад я подсаживала вот еще мох. Посмотрите, как он разрастается красиво. Очень много башмаков здесь. Это мои реанимашки, которые когда-то были большими растениями. Но постепенно, за много лет, они не хотели жить и постепенно умирали, мельчали их розетки. То есть растения, можно сказать, деградировали. И только в этой тепличке, и то не сразу, спустя полгода, они стали постепенно приходить в себя и начинают постепенно растить хорошие розетки. А сам хом, ну вот тут еще микрантумы, кстати, у меня тоже себя неплохо чувствовали. Они и так-то чувствовали себя неплохо. А сам хом здесь вообще, здесь так разрослись, им здесь хорошо, но они, засранцы, не цветут. Здесь он муксарианум, который недавно цвел. Я делала видео по нему в цветениях растений. Уже вот такую розеточку растит вторую. Вот тут вот канхи, который тоже не так давно цвел. Уже с новым стоп-листом. Весь во мху. Периодически я его прорежаю, этот мох. Убираю слишком много густоты. Куда-нибудь еще подсаживаю. В общем, вот такие живые кочки. Здесь у меня и скальники. Здесь и джунхиана недавно пришла. Вот кусочек у меня адаптируется. Вот уже почечки дает. В общем, это такая больше тепличка, чем такой красивый орхидариум, который там иногда выставляют в интернете, там полюдариумы, флорариумы. Здесь растения у меня восстанавливаются, приходят в себя, укореняются. Некоторые переезжают жить потом в комнату. Ну, вот эти мелкие башмаки, они здесь у меня на ПМЖ, то есть на постоянном месте жительства. Сейчас работает вентилятор. А сюда подключен увлажнитель, вот такая трубка идет, если видно, да, вот трубка в крышку вставлена, идет к увлажнителю. Увлажнитель у меня уже был много лет, бесхозный стоял, хороший, но я его не включаю в квартире. Вода у нас была не очень хорошая, и такой известковый налет по всей квартире был. Поэтому я сейчас покажу, как это делается. Сейчас отключаю вентилятор. И сейчас я включу увлажнитель. И посмотрим, как вот здесь вот. Вот так вот идет туман. Вот это имитация вечернего тумана, ночного, такой ночной росы, которая оседает на листиках, повышает влажность вокруг растений. Растениям это очень нравится.
Но все равно через день я растения все равно проливаю, особенно блоки обязательно. Раз в неделю обязательно подкармливаю слабым раствором удобрения. Кальций, магний, различные другие удобрения какие-то чередую, слабенькие. Все равно обрызгиваю обязательно. Растениям это необходимо. Вот и так вот мы видим, что постепенно наполняется влагой. Скоро их вообще не будет видно, эти растения. Так где-то они у меня час. Потом я это все отключаю, где-то они у меня час стоит. Просто оседает эта влага. Оседает капельки. Растения балдеют. Вот чем больше растений, тем влага держится дольше, потому что блоки, потому что мхи, потому что общая влажность от растений идет. Когда их было поменьше здесь у меня, вот, все равно было более сухо. Мне приходилось увлажнитель на самую сильную ставить увлажнение. Сейчас он на среднем стоит. То есть такой силы не требуется уже так столько воды им. Вот. Здесь вот новый мох подсадила. Сейчас он здесь будет укореняться. Когда он укореняется, он такой становится, поднимается такой. И цветет он. Кусочек белотулума, который я отворотила от старой розетки. Короче, не отворотила, отломила нечаянно при пересадке. Он у меня практически умер. Я воткнула сюда, выкинула в помойку. Потом, подумав, достала и воткнула сюда в горшочек. А вот он постепенно восстанавливается. Канхи от Попова тоже башмак. Много лет он у меня умирал. И вот постепенно, по чуть-чуть розеточка восстанавливается. Этот канхи другой. Куплен где-то год назад. А этому, наверное, лет 5 уже. Вот он такой маленький стал. Розетка такая вообще никакая. Сейчас только она стала восстанавливаться. Многие растения прям не сразу, конечно, они в себя приходили даже здесь. Это спустя полгода. Вот там сандарианум, который не хотел, вот такие маленькие листики начал расти. И вот постепенно, смотрите, слева следующий лист у него идет хороший. И вот уже новый растет. Надеюсь, что он тоже будет еще длиннее. То есть розетка постепенно вытягивает растение само себя. А расти он вообще не хотел. Здесь недавно сюда тоже Хо Чи Мин поставила. Башмак. Тоже проблемы с корнями. Запихнула. Вот только-только начал. Вот он воткнула его после пересадки. Посмотрим, как он будет себя чувствовать дальше. А вода у меня здесь для полива идет, естественно, обратного осмоса. Фильтр установлен. И в увлажнитель я тоже наливаю обратный осмос. Потому что, к сожалению, без такой воды чувствительные башмаки, они жить не хотят. Не хотят. Если котлеем, в принципе, и так хорошо, и фаленопсисом, то вот этим растениям и блочникам им не нравится вода водопроводная. Вот. Им нужна вот эта вот очищенная водичка. Так, что же мне еще рассказать? Температура, честно сказать, я не знаю. А, я, кстати, замеряла на днях, вот этот термометр запихнула. Была где-то в жару было где-то 34 градуса. Вот. 34 градуса было. Но сейчас жара спала. Вот эти дни. Здесь уже поменьше, получше растения. Потому что когда была жара, здесь все равно было очень жарко. И влажно. Вот. Ну, влажность, в принципе, я даже не знаю. У меня нету этого гидрометра. Я все никак не могу его купить. Вот, найти подходящий, так скажем. Но я думаю, что влажность достаточно высокая. Здесь, наверное, 80-90% и 100%, когда увлажнитель включен. Вот. Так что, блочники. Тут подсаживала на блоки я кусочки мха.
Сейчас уже прорежала, потому что весь блок был зарос. У меня этот докрилия с бутончиком. Он бутончик такой. В общем, здесь им неплохо. Сафронитис эту, докрилии различные виды. Вот. А буду периодически делать видео о своем орхидариуме, пополнение коллекции, о том, как себя все чувствуют, как он заполняется, что я буду менять, модернизировать. А в идеале, конечно, хочу очень красивый орхидариум. Большой-большой-большой. Так что спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи. Пока-пока-пока.